Так, вот наносим лаву сегодня. Предварительно нанесли и на латекс мат. Значит, краска у нас краситель Е316 и материал в таком же цвете. Здесь мы уже нанесли. Это стена такая вот. В принципе, можно вот таким вот образом подшпаклевать. Это царапины. Значит, нанесли краску и потом вот уже материал. Для нанесения лавы использую пластиковую фильму и вспомогательную. Наношу равномерно материал на стену. Как нанесли, возвращаемся сюда, и потихонечку можно уже его приглаживать и по верхушечкам. Достаточно, чтобы материал зацепился уже за основание, и только верхушки уже приглаживать. Тогда будет вот этот эффект лавы. Продолжаем, уже заканчиваем нанесение. Фиксируем, пристыковываем материал. И приглаживаем тут царапину, мы нанесли, и тут формируем рисунок. И возвращаемся, и здесь уже на полусухом, оно практически подсохло, остались такие верхушки, и мы их придавливаем. Вот такой вот у нас рисунок.